Понедельник, 15 февраля, на нашем канале смотрите фильм «Цареубийца». В ночь 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге без суда и следствия был убит отрекшийся от престола Николай II вместе с женой, дочерьми и неизлечимо больным наследником. В главных ролях Малькольм Макдауэлл и Олег Янковский. Во вторник смотрите канадский фильм «Пише. Между небом и землей». Главный герой – канадский пилот Робер Пише, спасший жизнь 306 пассажирам, сумев посадить самолет, у которого из-за полной выработки топлива отказали все двигатели. В среду вас ждет «Дом, милый дом». Это трогательная история заядлой искательницы приключений. Маша – молодая студентка престижного вуза столицы. Не имея возможности платить за общежитие, девушка находит весьма оригинальный выход из ситуации. Сам способ узнаете, посмотрев фильм. В четверг вы встретитесь с «Дураком» – российский фильм 2014 года. Фильм расскажет о жизни 800 жителей общежития, которое висит на волоске из-за бездействия властей. Ситуацию сможет исправить только простой сантехник. В пятницу вы побываете на большой свадьбе. Это история о современной свадьбе, пытающейся пережить выходные свадебного торжества, которые могут обернуться полным крахом. В главных ролях Роберт Де Ниро и Дайан Китон. В субботу вы увидите три юмористические новеллы, объединенные в веселый калейдоскоп. Воскресный эфир продолжит двухсерийный фильм «Осведомленный источник в Москве» с Виктором Вержбицким в главной роли и четыре серии легендарного советского фильма «Государственная граница». Также в течение недели смотрите продолжение криминального сериала «Ее звали Никита» и отечественные сериалы «Жуков» с Александром Балуевым и «Отряд» с Игорем Лифановым. Для маленьких зрителей в нашем эфире корейский мультсериал «Врумис», а для взыскательных покупателей программа «Без обмана». Напоминаем, что фильмы по будням выходят в эфир в 20:00, а по выходным транслируются в течение всего дня. До встречи на главном кабельном канале «Зауралье» Курган.ру.